Ну а мы начинаем шалить. Мы приближаемся уже к облачности, через которую будем проходить и перепрыгивать. Скорость наша текущая 200, поэтому я вполне могу позволить себе перепрыгнуть облако. Я его наблюдаю. И я сейчас по этому коридору рвану. Вот все я хотел вам показать. Вот это будет настоящий гигей. Ты готов, друже? Готов. Мы готовы. Ну погнали тогда. Обожаю такие полеты. Смотри, можем представить, что мы истребитель. Самый классный вид, кайфовый сейчас. Ва, смотри, в эту дурку пойду. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ю-ху! Ё, смотри, раскрылось все. Друзья, это просто феерично. Вот я об этом вчера мечтал. Какие проходы есть. Да, еще чуть повыше сюда пришел, но тут, как говорится, не гневи вселенную. И так кайф полный. Вот это да. Смотри, как она, видишь, как она заливается завитками. Ты видишь облако? И я смотри, ручку на себя, она на нас прыгает. Чо, мы перепрыгиваем. Невесомость. Вау! Это песня! Да это просто. Это праздник какой-то. Ну-ка, опять по краешку. Главное, что мы выше рельефа. У нас 3900, однозначно под нами какие-нибудь, если горы есть, то мы их не боимся. Смотри, сейчас пикируют 200. И вот по этому краешку. И над облаком сейчас выйду, смотри. Чу! Опять. Чу! Вниз. Так, какой угол ты выберем следующий? Выше пилотаж. О, смотри. Сейчас я тебе покажу гала. На нас прыгнет гала на облаке. Сейчас, если мы развернемся правильно, на облаке загорится гала, это отражение солнца. И в это гала можно врезаться. О, вот оно, смотри. О, перед нами, смотри. Видишь? Сейчас на него. Смотрите, подрезаем вверх в облаку. Раз, есть. Так, ну что, мы тут, надо хоть подышать чуть-чуть, отдышаться. Так, кислород, нужно выключить. Ой. Фу, так, что мы имеем с гусем, чтоб тебе еще такое показать. Ну давай еще посерфим здесь. Здесь вот этот склон, хорошее облако. Можно еще посерфить немножко. Высота нормальная, 3800, более чем. До дома приходим на 700 метров. Даже лишняя высота есть. Я истребитель. Вот, смотри, слева планер. Ну, это тень наша. Давай нырнем вот в эту загогулину под облаком. Смотри, видишь впереди? Давай. Ну-ка, за Кокулину. Скорость 200. Йоу! Опа! Так, смотри, еще есть интересное место впереди. Видишь облако? У него есть сень. Вот. В нижней части щелка. Давай попробуем через эту щелочку. Вот так вот, о, коридорчик, точно. Вот этот коридорчик пройдем, попробуем. Готов? Да. Погнали. Погнали. Я сейчас попробую скорость сбросить. Тоже прыгнем. Прыгнем через запенчик, смотри. Опа! Йоп! Нас бросает облако. И мы пикируем. Невесомость. Есть. Оп. И каприруем. Пикируем. Эй! Обожаю такие полеты. Маленькие шалости. О, смотри, опять дырочка. Вон опять планер даже слева. Гала. О, вот тоже так обожаю. Эть? Так,
Вопрос, как нам сейчас быть. Вот смотри, мне кажется, там в облаке есть проход прямо. Если направо повернуть, давай проверим. Давай. Сейчас. Есть проход. Вот, проход нашли. О, amazing! Класс! Как ты лучше! На истребителе шум есть! А мы без шума! Скорость. Оп, отворачиваю. Класс. Да не говори, слушай, ну это вот вчера. Я не переживал, что вчера. Я переживал, что вчера не снял. Контент огонь. Вот как где контент огонь был. Смотри, еще дырочка. Так, высота. Нормально. 400 метров еще приводит. Но уже пора завязывать. Вот такой проходик легенький. Блин, слева, посмотри, гала зажжется, не зажжется. Что-то не хочет зажжать. Вот, зажглось. Ну, просто низковато. Сейчас я прыгну вверх. Сейчас, смотри, сейчас зажжется. Видишь? Зараза. Засветка идет. Ну, мы же сейчас вылетим и зажжется. А? Укачало, хватай. Долетались в облаках. Все, мы летим домой, друзья. Закончили работу с облаками. Летим домой.